Одинцова один за всех! И все за одного! Стартовало летнее первенство Одинцовского городского округа среди мужских футбольных команд. На стадионе в 8-м микрорайоне игроки клубов Одинцова и Олимп. Это уникальный чемпионат, в том плане, что за много лет не было такого количества участников. Представлены практически все районы округа. 17 команд участвуют. То есть практически как европейский серьезный чемпионат. Финты, контратаки и пасы ни один мяч ребята не отдали без борьбы. С трибун поддерживают команды самые верные болельщики, родители и друзья игроков. Вперед, Одинцов! Вперед! Вперед! Первый тайм завершен со счетом 4-2 в пользу команды «Олимп». Футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух, отметил председатель региональной общественной организации Московский областной спортивный клуб «Олимп». Давай, давай, давай! У нас футбола много на самом деле. Естественно, готовимся, играем, тренируем. У нас 3 раза в неделю тренировки здесь же на этом поле. Вот. Ну и помимо этого у нас мы играем и в ЛФЛ 8-8 и 6-6. В общем, футбола предостаточно. По словам капитана команды «Олимп», настоящий успех не приходит сразу, и футболисты хорошо понимают эту спортивную истину. Все, в принципе, с ребятами перед игрой договаривались, что надо начать, как всегда, с победы, в принципе, чтобы весь сезон так задался. Вот. Поэтому благодарен команде, все молодцы, большие. Футбольный клуб «Олимп» одержал победу со счетом 8-3. Сезон только начинается, и впереди у ребят много игр. До встречи на стадионе. Екатерина Крамер, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».